декабря в Приднестровье стартовала уже традиционная акция «Исполни мечту онкобольного ребенка», которая на протяжении нескольких лет проводится волонтерами благотворительной организации «Добрые сердца» совместно с президентом Приднестровья и республиканской организацией «Онкологи Приднестровья». Каждый желающий может присоединиться и стать хоть на время добрым волшебником. Это можно сделать любым удобным способом. Приобрести желанный подарок для ребенка после того, как свяжетесь с администратором по телефону 37-62-861. Зовут Светлана. Перечислить определенную сумму на счет благотворительного некоммерческого партнерства «Добрые сердца», который можно найти в платежных терминалах и кассах Агропромбанка, ВПБ-24 онлайн или через мобильный платеж. Разместить информацию на своей странице в социальных сетях или сделать репост. Помочь с организационными вопросами. Новогодние костюмы, сладкие подарки, автотранспорт. Вместе мы можем подарить маленьким героям веру в доброту и чудеса. Информацию о самых заветных новогодних мечтах онкобольных детей вы сможете найти на сайте dspmr.ru или в социальных сетях, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграме, а также в группе Viber «Добрые сердца» и в сообществе Viber «Добрые сердца ПМР».